Так, вот это мне не очень-то и нравится, потому что в этой игре, опять же, нельзя использовать клавиатуру. Да какого ж лешего, точнее мышку. Да, кстати, что по нагрузке, да я хоть посмотрю. Я вот не понимаю, сейчас... Них 90% нагрузки. И дрит налево. Это что с этой игрой такое интересно? А ну как температурный нагрев, да я посмотрю. Ну по температурному нагреву-то пока. Нихера себе, 77 градусов. Что же это за игра-то такая, если уже на начальном экране? А, тут графон-то, извини меня, а не хухры-мухры. Так, а тут... Да уж, конечно, я бы сказал пару слов. Так. Попробую, может, настройки, высокая графика, аудио. Нет тут нафиг настроек, и очень неудобно здесь. Ну ладно, попробую как-нибудь так аккуратненько ее лозить. А, давай возьмем. Так, брать пробел. Хорошо. Вопрос другой. Дверь как открыть? Тоже пробел. Ну-ка, ну-ка, блин, с такой управляемостью мышкой. Ну-ка, 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 ну-ка. Не, тут по поводу управляемости, конечно, беда полнейшая. Ну что там? Ужас. Такс. Не, ну музыка-то, конечно, здесь и оформ... Ну, этот... Более-менее еще отвечает. Нет, ну это... Управляемость мышкой слишком жесткая. Ее пока никак не сделать. Я, конечно, понимаю, демо ля-ля тополя 3 рубля и 10 копеек. Телек, что ли, вырубить? А, вырубил. И что-то сердце начинает так биться. Блин, даже тут понять не могу из-за этого управления ничего толком. Где? А чё ведро на голове? Зеркало. Чё мне фонарик-то не работает? Фонарик один летает. А летающий фонарик. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Он типа сел. А можно и фонариком двинуть хотя бы? Подожди, это с китайских страшилок эта девчонка, что ли? Да, это с китайских страшилок девчонка, которая в белом платье и с волосами белыми. Что-то могли бы что-нибудь другое придумать. Одно и то же каждый раз видеть, немного надоедать может. Так, ну в принципе пока ничего так.
Не, нормально, конечно. Температура нагрев 72-76 градусов. Но почему на заставке такая вот ботва? Не всегда мне нравится. Девонька, извини, я бы испугался, если мог хотя бы еще более-менее нормально здесь мышкой ее лозить. Здесь очень чуткое управление. Его еще к тому же не изменить, это просто ужас какой-то. Так-то хоррор нормальный. Делать картину куклы, по-моему, это перебор. О, труп! Надо же. Оп, ёпта. Это было резко и неожиданно. Так, а чё тут на этом? Ну, чё, тоже более-менее нормальный хоррор, только я ни хрена не вижу. Бегу, бегу. Блин, управление дурацкое. Ну хоть кукла напугать смогла, спасибо и на этом. Один раз. Это уже, по-моему, лишнее. О. И что это он там делает? А, все, это вся демо. Ну, в принципе, нормально, но им надо настройки сделать, чтобы хотя бы можно было мышку подпиндюрить, потому что я не знаю, я говорю, джойстик-то у меня сломан, и что вообще, которую игру я встречаю, все, блин, для джойстика. Ну да, неплохо, в принципе, сделан хоррор, неплохая графика, есть, конечно, страшные моменты. Ну, вот, к примеру, банально вам, атмосфера хоррора есть. Вот он, хоррор. Чувствуется. Даже есть резкий момент, даже испугался до этой куклы. Хотя кто-то может и не испугается, но не в этом дело. Но чувствуется, что реально люди, как говорится, с умом и понятием, что такое хоррор, делают игру. Но вот правда, да, не знаю, кто там делает. Мужики, блин, сделайте управление нормально, чтобы можно было чувствительность мышки избавить. А тут и абзац какой-то просто, блин, конец полный. Половину страшных моментов пропустил, если не большую часть. Всем удачи! Всем пока!